Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Не просто так начинаю я это «Большое утро в Петербурге» со строчек Владимира Маяковского. Находимся мы сейчас в Ирарте, в Музее современного искусства, на новой выставке. И с поэзией она, в общем-то, с одной стороны, не связана, но связана и с историей, и с аллюзиями, и с фантасмагориями прошлых времен и настоящим. Поэтому здесь, конечно, все переплетено, как и во всей русской культуре. И готова вам представить куратора выставки Владимир Назанский, Игорь Новиков, «Наша». Расскажите об авторе и почему вы его схлестнули с Маяковским, и цитаты, которые мы видим, не всегда являются описанием того, что на картинах над ними. Да, конечно, это не буквальный комментарий, это не попытка превратить картины в комиксы. Почему связали Игоря Новикова с Маяковским? Маяковский тоже начинал как художник, причем как художник такой энергичный, близкий к плакатности, с такой с футуристической энергией. Ну, мы помним его коллажи, да, и, да, да. И с ярким посылом. А Игорь Новиков, несмотря на свое академическое образование, он выпускник академического Суриковского института, в искусство он входил как нонконформист в конце 80-х, ведь он был одним из основателей знаменитого сквота на Фурманном переулке. Вот в активные художественные отношения и в социальном 80-е годы Новиков выступал как такой художник, новатор, бунтарь. Поэтому его заметили зарубежные искусствоведы, критики. И со временем он оказался в Швейцарии, где прожил несколько... На одной из картин, кстати, он очень остроумно характеризует швейцарскую систему ценностей, где выше Альп... логотипы ведущих швейцарских банков. Здесь мы видим очень много отсылок к художникам прошлых времен. Да, действительно, в основе такого как бы фирменного метода Новикова соединение антропоморфных плоскостных фигурок, напоминающих дорожные знаки, и классических пейзажей, которые он сам копирует. Это работы и Левитана, и Куинджи, и Рериха, и Тулуз-Лотрека. И в них он внедряет вот эти плоскостные фигурки. В этом есть эффект плакатности, такой энергии. Поэтому и стихи Маяковского решили соединить с этими работами. Ну, не может быть единой трактовки современного искусства. Вы что вкладываете в эту выставку как куратор, ваш взгляд? Вы знаете, наша задача не то, чтобы дать какую-то однозначную интерпретацию и как бы сделать площадь и уже смысл авторского высказывания. Мы даем возможность зрителю самому прокомментировать, самому подумать, дать свою интерпретацию, что это за фигурки, что это аватарки обезличенных сущностей современного человека, погруженные в контекст истории и культуры, или что-то другое, или, может быть, это просто какой-то плакатный ход, создающий дополнительное смысловое напряжение. В любом случае, за зрителем остается его личная интерпретация, его восприятие. И здесь есть о чем подумать, есть такие веселые импульсы и энергия мысли. Поэтому, конечно, мы рады видеть зрителей на этой выставке. Да, у каждого есть возможность самому прочувствовать эти работы, а может быть, среди обезличенных человечков и найти свое альтер-эго. Я еще немножко поизучаю выставку, совсем скоро расскажу вам об актуальной ситуации в городе, а пока передаю слово студии.